Здравствуйте, в эфире информационная программа «Новости РФЦНЕ» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня в выпуске. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Саров и встретился с учеными РФЦНЕ. О, спорт и жизнь. Ядерный центр приглашает всех желающих на свои спортивные площадки. 5 минут на партию. В Центре культуры и досуга прошел открытый личный блиц-турнир по шахматам. июля руководители и сотрудники ядерного центра в НИФ приняли участие в мероприятиях, посвященных памяти преподобного Серафима Саровского. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осветил восстановленный главный храм Успенского собора Свято-Успенского мужского монастыря. В числе удостоенных наград Русской Православной Церкви за особый вклад в дело возрождения монастырей и храмов директор градообразующего предприятия Валентин Костюков. Также прошло заседание Духовно-научного центра. Встречу представителя РПЦ с учеными посвятили теме построения новой реальности, передовые технологии и духовное обновление. Подробности далее. В начале своего визита в Саров патриарх Кирилл провел чин великого освящения Успенского собора, главного храма монастыря Саровская пустынь. У стен обители его встречали представители областного правительства, руководство Российского федерального ядерного центра в НИФ и священнослужители. Десятилетия назад никто не верил в то, что на месте взорванного главного храма Саровского монастыря появится обновленный собор. Однако уже в 90-е годы прошлого века началось возрождение обители. А в августе 2016-го по благословению патриарха началось восстановление Успенского собора. Совсем еще недавно мы закладывали основание этого храма, и так быстро и в таком великолепии этот храм возведен. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что очень многим людям храмы Божии нужны. Нужно восстановление исторической справедливости. Нужна правда Божия в жизни. Как считает патриарх, восстановление храмов не было бы без возрождения веры. В своей проповеди Кирилл вспомнил и времена Лихолетия, когда и были утрачены многие соборы. Однако и тогда были люди, которые не утратили веру и передали ее последующим поколениям. Весь наш народ эту веру хранил. И последствием этого хранения в том числе и является то великое событие, которое мы сегодня все вместе торжественно празднуем. Патриарх поблагодарил митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия за труды по восстановлению монастыря. Также глава Русской Православной Церкви передал в дар Успенскому собору образ Тихвинской иконы Божией Матери. После освящения возрожденного храма представитель вручил награды Русской Православной Церкви. За внимание и помощь монастырю Саровская пустынь ордена Серафима Саровского были удостоены полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Глеб Никитин. Орден преподобного Сергия Радонежского третьей степени из рук патриарха Кирилла получил директор ядерного центра в НИФ Валентин Костюков. Затем в Большом зале Дома ученых Российского федерального ядерного центра в НИФ представитель РПЦ принял участие в заседании Духовно-научного центра. Саровский духовно-научный центр был создан несколько лет назад на базе Свято-Успенской Саровской пустыни и Российского федерального ядерного центра в НИФ. По благословению патриарха Кирилла и с одобрения генерального директора госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко. За годы работы Духовно-научный центр стал уникальной площадкой для дискуссий, на которой эксперты, ученые, общественные деятели, представители власти и Русской Православной Церкви ежегодно обсуждают актуальные проблемы обеспечения национальной безопасности, формируют общее смысловое информационное поле интеллектуального ресурса России. Встречу, в которой принял участие патриарх, посвятили теме построения новой реальности, передовые технологии и духовное обновление. В мероприятии приняли участие директор РФЦНЕФ Валентин Костюков и почетный научный руководитель ядерного центра Ради Илькаев, представители государственной и муниципальной власти, научного сообщества и общественности, сотрудники РФЦНЕФ. Во вступительном слове митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий отметил, что на Саровской земле, где соседствует Российский федеральный ядерный центр и Свято-Успенская Саровская пустынь, за последние годы сложилась добрая традиция плодотворного диалога и сотрудничества представителей отечественной науки и Нижегородской митрополии Русской Православной Церкви. Участники обсудили вызовы, которые стоят сегодня перед человечеством. Это риски, связанные с развитием цифровых технологий. В частности, вопрос безопасности личных данных, глобализации, разработка искусственного интеллекта, проблемы экологии и прочее. В заключении Святейший Владыка поблагодарил ученых за возможность диалога, сотрудничества и взаимодействия. С каждым годом число желающих приобщиться к здоровому образу жизни растет все больше. Чем бы вы ни увлекались – футболом, баскетболом, бильярдом, плаванием – в нашем городе площадку и тренера для своих занятий найти можно всегда. Огромную роль в популяризации спорта и формировании спортивной инфраструктуры играет Российский федеральный ядерный центр в НИФ.
О том, где с пользой для здоровья можно провести время летом, расскажем далее. Большой приток молодежи с момента начала строительства объекта поставил руководство ядерного центра перед необходимостью введения в перечень первоочередных задач социального развития предприятия развития физической культуры и спорта. И сотрудники градообразующего предприятия с этой задачей успешно справляются и по сей день. Всего на базе РФЯЦФНЕФ работают 5 спортивных сооружений, которые даже летом готовы принять не только сотрудников института, но и всех желающих. Приятно отметить, что и на лето мы не закрываемся. И, безусловно, наша работа построена на возможность посещения спортивных объектов ядерного центра для всех желающих. Потому что не каждый, наверное, сможет поехать к морю, не у каждого есть возможность куда-то вообще выехать из города. И для этого предоставляется спортивное сооружение. Возобновил свою работу клуб «Прогресс». Совсем недавно здесь закончились работы по благоустройству. Отремонтирован фасад, прилегающая территория. Сделан косметический ремонт большого игрового зала. Каждый желающий может прийти и попробовать здесь свои силы в футболе, баскетболе, теннисе, дарте, армрестлинге. Также в этом году здесь проходят занятия фитнесом и флай-йогой. Зал расположен близко к заводу, где у нас располагаются основные площадки. Вот удобство для занятий работников предприятия, что это близко к месту работы, что можно прийти в обеденный перерыв, что после работы это как бы удобно, вот близко к площадке. И коллектив физкультуры тренируется, имеет возможности. Ну, и раз они пришли в здание, да, то вот спектр этих услуг должен расширяться, чтобы не только там в футбол можно прийти поиграть, но можно взять с собой ребенка, там можно с семьей прийти, что пока мама занимается фитнесом, папа поиграет в футбол. Тех, кто предпочитает залу «Свежий воздух» с 9 утра до 9 вечера, ждут на теннисном стадионе РФЯЦФНЕФ на улице Куйбышева. Большой теннис доступен для спортсменов любого возраста, поэтому попробовать свои силы приглашают студентов, семьи с детьми, ветеранов. Ракетки, мячи можно взять у администратора. Но и это еще не все. Восстановительно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» в районе третьего завода с плавательным бассейном. Работают 3 дорожки, большой тренажерный зал. Оздоровительные сауны работают, что, как бы, наверное, сейчас, ну, ввиду отключения горячей воды будет очень актуально, потому что на третьем заводе у нас всегда есть горячая вода. КСК «Авангард» на Сахарова 2 включает в себя как футбольное поле с беговыми дорожками, также стенка для большого тенниса, площадка для пляжного волейбола, просто площадка для волейбола. Спортивный зал, где можно позаниматься мини-футболом, баскетболом, просто группа ФП. И, конечно, спортивный комплекс РФЯЦФНЕФ. В большом игровом зале здесь регулярно проходят соревнования по мини-футболу. В малом зале занятия фитнесом, степ, пилатес, а также тренировки по стрельбе из электронного оружия. Ну и, конечно, тренажерный зал, укомплектованный современными силовыми и функциональными тренажерами. Стараемся для наших работников нашего института как бы проводить здоровый досуг. Да, значит, готовим к соревнованиям различным. Фитнес вообще модное направление. Все хотят быть здоровыми и красивыми. Что для этого нужно? Упорный труд, правильная диета. Мы все им подсказываем, как правильно питаться. Да, проводим какие-то индивидуальные тренировочки, пишем программки. В зале работает высококвалифицированный персонал, который помогает каждому человеку решить его конкретную задачу. От наращивания мышечной массы, снижения лишнего веса до улучшения осанки. Проводят как групповые тренировки, так и индивидуальные. И даже работают с подрастающим поколением. Подрастают у наших сотрудников дети. Они приходят к нам, индивидуально с ними тренируемся, подготавливаем, так же, как и в школе, чтобы на уроках физкультуры они были достойные, как бы, и также, опять же, ГТО. Сейчас все как бы заточено на ГТО. Спорт для нас на первом месте. Сразу после тренировки все желающие могут посетить кардиокомнату, восстановить там дыхание, сделать растяжку, позаниматься на эллипсоиде и велосайкле. Инструкторы проводят тренировки и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Наши тренажеры рассчитаны на восстановление даже после реабилитации разных травм, ДТП там или еще что-то. У всех разные ситуации в жизни. И поэтому наши тренажеры как раз готовы реабилитировать людей и помогают им в этом. Занятия в спортивных сооружениях РФЯЦФНЕФ проводятся в свободном режиме до 15 сентября. Более подробно узнать о наличии свободных залов и расписании занятий можно у администраторов. В Центре культуры и досуга РФЯЦФНЕФ прошел ежегодный открытый личный блиц-турнир, посвященный Дню шахмат. В этом году в нем приняли участие 12 спортсменов, сотрудников различных подразделений.
О том, как прошли соревнования, наш следующий репортаж. Международный день шахмат отмечается с 1966 года. День празднования 20 июля приурочен ко дню основания Всемирной шахматной федерации в 1924 году. Современные шахматы прошли долгую историю. Древняя интеллектуальная игра возникла в Индии более 1500 лет назад. В нашей стране игра известна со времен Средневековья. Она упоминается уже в летописях 13 века. В июле этого года Федерации шахмат города Сарова Ирфиатснеф исполнилось 68 лет. И по традиции шахматисты старшего поколения отметили праздник за игрой. Хотелось бы, чтобы больше шахматистов было молодого возраста. Но здесь присутствуют не все молодые специалисты, далеко не все. Есть у нас и молодежь, и надо сказать, что вот Белугин Виктор тренирует у нас школьников, вот, так что заботимся о смене. Александр Никитич – главный специалист ядерного центра, а также научный руководитель отраслевой молодежной школы-семинара по безопасности, которая ежегодно проводится в РФЦВНЕФ. Александр ведет активную научную деятельность на градообразующем предприятии, а в свободное время занимается спортом, играет в большой и малый теннис, с детства увлекается шахматами и точно знает, за что любит этот интеллектуальный вид спорта. За красоту комбинации, наверное, вот, скорее всего. Я люблю жертвовать, вот, люблю хорошее комбинационное. Есть, наверное, логическое мышление, есть, наверное, стратегическое, потому что в шахматах нужно выстроить стратегию. Вот. Есть тактическое мышление, нужно и не зевать, поэтому нужно быть внимательным. Вот. Ну, наверное, шахматы развивают интеллект человека. В жизни Бориса Гриневича шахматы появились более 50 лет назад. Разобраться с фигурами, обучиться различным тактикам и в итоге полюбить эту игру ему помог отец. С тех пор Борис старается не упускать ни одной возможности отточить свое мастерство в шахматах, но при этом относит себя к спортсменам-любителям и считает, что играть в шахматы нужно лишь в свое удовольствие. Для меня самое сложное – это выучить теорию. Слишком много вариантов, слишком это надо быть специалистом, надо жизнь посвятить, чтобы играть уже в силу действительно там мастера или гроссмейстера. Вот. А так вот на любительском уровне, как мы всегда можно поймать кого-то на вариант, потому что никто толком не знает из любителей. Всего. Система проведения турнира круговая в 13 туров. Контроль времени 5 минут на партию каждому участнику. Это не так много, поэтому, чтобы одержать победу над соперником, шахматисты должны быть максимально сосредоточены на игре. И даже во время хода противника спортсмены ни на что не отвлекаются и думают только о шахматной партии. Пытаются рассчитать варианты, думают, как он пойдет. Вот. А иногда просто отдыхают, вот, если для себя уже все решил, ну... Так, смотрит, гипнотизирует. Федерация шахмат Российского федерального ядерного центра в НЕФ насчитывает более 50 человек. Многие из них регулярно принимают участие в соревнованиях различного уровня. Одним из последних стал межрегиональный турнир по быстрым шахматам, который прошел в конце июля в ВИКСе. За победу боролись 98 лучших шахматистов из ВИКСа, Кулебак, Богородска, Сарова, Павлова, Дивеева, Мурома. Конкуренция была сильная, но сотрудникам РФЦНЕФ удалось занять места на пьедестале почета. Это соревнование обычно не проводят на День металлурга, соревнования. Вот. Я уже третий год подряд участвую, вот. Каждый год в призах. Вот. Но, правда, в этом году приз получил как ветеран. Если раньше я получал просто уже как игрок. Вот. Но в этом году по ветеранам занял третье место. Еще один игрок Федерации шахмат РФЦНЕФ Юрий Шевердин вернулся домой с серебряной медалью. Своим примером сотрудники градообразующего предприятия еще раз доказали, что шахматы – это отличная возможность заниматься спортом и достигать вершин. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnef.ru и в эфире канала 16 каждый четверг в 19:45. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго и до встречи.